Власти Нигерии не прилагают достаточных усилий для поиска и возвращения домой 223 школьниц, похищенных в минувшем месяце боевиками радикальной группировки Боко Харам. Об этом заявили матери девочек, собравшиеся на акцию протеста в столице Абуджи. Школьницы были похищены 14 апреля из лицея в населенном пункте Шибок на северо-востоке страны. «Они лгут нам о том, что нашли 121 девочку», — говорит одна из матерей. «Хотя мы убеждены, это чистая ложь. Они придумывают все новые лживые объяснения вместо того, чтобы искать». По данным властей, 54 школьницам в момент похищения удалось бежать. Накануне президент Нигерии Гудлак Джонатан выступил по национальному телевидению с заявлением, что правительство делает все для освобождения девочек. «Мы призываем к максимальному сотрудничеству между силами правопорядка и родителями», заявил он в частности, так как они до сих пор не сообщили всех необходимых сведений для идентификации похищенных. Джонатан также обратился за помощью к президенту США и руководству соседних стран Камеруна, Чада, Нигера и Бенина. Ситуация осложняется тем, что до сих пор местонахождение похищенных девочек остается неизвестным. 2 недели назад армия начала масштабную операцию против отрядов Боко Харам на северо-востоке страны.